Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. У депутатов Кировской области конфисковали 250 тысяч рублей. Решение было принято по иску прокуратуры. Как выяснилось, в 2021 году на счета одного из теперь уже бывших депутатов Белохлуницкой районной думы Кировской области поступили денежные средства. Однако законность их получения не была им подтверждена. По представлению прокуратуры, полномочия депутата были достаточны. Досрочно прекращены. Также прокурор Кировской области Андрей Оборок обратился в суд. В итоге требование об обращении в доход государства 250 тысяч рублей было признано законным. Почти на четверть снизился объем многоквартирного строительства в Кирове. Об этом сообщает Кировстат по итогам 2022 года. Всего в прошлом году было сдано 197 тысяч квадратных метров в многоквартирных домах. И почти все в областном центре. В построенных многоквартирных жилых домах преобладают однокомнатные и двухкомнатные квартиры, что связано со спросом. Суммарная доля таких квартир 85%. Средний размер квартир 45 квадратов. Также на конец 2022 года в стадии строительства находилось 109 жилых домов общей площадью 475 тысяч квадратных метров. Это в 2,5 раза превышает объем введенного в минувшем году жилья. 6% из этой цифры – долгострой. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Marketplace – это новые рынки сбыта. Но некоторые предприниматели считают, что это самостоятельный вид бизнеса, которому нужно учиться. В том числе и вашему бухгалтеру, особенно если вы представлены на нескольких площадках. Это разные юридические условия, сроки, документы, подчеркивает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. При такой продаже надо подавать в Федеральную таможенную службу статистическую форму учета перемещения товаров. Одна площадка сделает это сама, потому что она выкупает ваши товары и продает самостоятельно, а другая торгует вашим товаром от вашего лица. Поэтому подача стат-формы остается на вас. Срок предоставления 10 рабочих дней после окончания месяца, когда была отгрузка или получение товара. Срок изучения всех тонкостей гораздо больше. Привлеките партнера, который уже ведет клиентов на маркетплейсах. Компанию «Бухгалтер и я». 213-112, телефон для записи на консультацию. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».